Всем привет, с вами Вадим. Давайте узнаем самые интересные новости. Только серьезные новости. Комитет лесного хозяйства Подмосковья предложил заменять ругательство не иностранными словами, а названиями вредителей. И даже привел примеры. Ах ты короед настырный, валежный, амбарный долгоносик, пьяница красногруда, звездочный пильщик-ткач и не знаем, что их выбрать. Жалкая пародия, неповторимый оригинал. Внимательные пользователи нашли сходство между телесериалом «Дом дракона» и легендарным мультфильмом «Шрек». И правда, колоссальное сходство от героев до планов. Полная фаталити. В игры будущего добавили новую дисциплину – фиджитал-единоборство. Спортсменам предстоит сразиться в Mortal Kombat, а затем провести реальный бой по правилам ММА. Вот так современные технологии проникают в нашу жизнь. Ученые создали голубя-киборга на дистанционном управлении. Его мозгом можно управлять с помощью нейрочипа на солнечной батарее. Ученые протестировали простые команды, вроде поворота головы вправо и влево. Успешно в 80-90% случаев. Ну а с вами была программа «Такие дела». До встречи в следующем выпуске.